не знаю даже, что сказать. Столько эмоций, столько слез после игры, радости. Пока еще не доходит то, что мы чемпионы, мы это сделали. Концовка чемпионата тяжелая для нас была, и это чувствовалось. Мы чувствовали это волнение, эту прессу, но сегодня показали хороший футбол. Самое главное то, что мы бились до конца и в конце забили гол.